Всем привет, с вами Дагот, играю в Буги, играю с Сетом, играю на софткоре и... Понятно, Сет зашел, собственно говоря, видимо, по этой тропинке. Забрал арты, качнул себе, скорее всего, статы. Нормально. Сколько там... Прикольно, его герой даже не показывается. Ну, это же явно не лучший герой сейчас, ну, однозначно. Видимо, у этого армия чуть лучше героя. Ну, судя по всему, покрапалил ему нормально там. В общем, остался я без героя. Судя по чему, герой раз не в таверне. Ну да, у него же кол войны. Сбежать я, в принципе, не мог. В общем, как бы... Как-то так. Неудачный стартовый герой. Несколько вот, как бы... Решает сейчас. Так, ладно, надо этого товарища уральными темпами качать. Он очень хорошо зашел для начала. Единственное, что у него вообще нет никаких... Собственно говоря, боевых машин и армии. Ну, этим я сейчас и займусь. Посмотрим, кто как ходил. Ну, понятно, Сет пробежался. Все, как бы, пособирал. То, что я планировал. Видимо, надо было идти таким... Ну, хотя, опять-таки, с артами. Видимо, он там что-то очень хорошее собрал. Статы его сейчас, я даже не знаю, какие. Видимо, очень хорошие. Раз такое дело. Так, зеленый пошел пока не ко мне. Это радует. А то у меня без армии, без героя сейчас вырвать можно очень быстро и очень просто. Так, ладно, смотрим, что здесь можно выучить. Орлиный глаз, не нужен мне орлиный глаз. Возьму себе еще один колдовской силы магии. Или колдовской силы. А, с какой-то, блин, с кого же замка-то тащить-то армию, ну. Видимо, вот этого надо брать. Наверное. 20 еще, 15 левел. Да, жалко, единственное, с того героя потрачено время на прокачку статов. А самое главное, две перчатки. Две перчатки вот этому герою сейчас зашли бы. Ой-ой, как хорошо. Хорошо, ладно, 9 монахов. Вот их надо и взять. Сейчас обязательно. Сразу взять и 9 монахов прикупить. В конце концов, какая-никакая да армия. Дальше. Дальше. Вот так, так вот я возьму, да. На всякий пожарный. Дальше нужно идти, собственно, покупать армию, потому что все остальное это от лукавого. Это все такое. Так, иди-ка ты сюда. Барышня. Воинствующая. Побежишь у меня в этом направлении. Нет. А ты, если в тихой гавани сидишь, вряд ли к тебе кто-то в ближайшее время нарисуется. Поэтому смело можно тебя как бы снабжать необходимыми артефактами. Так, ты эксперт на остальный глаз. Ну, тоже такой себе экспертичек. Но в текущих, собственно, ситуациях выбирать особо не приходится. Посему этим героям я потом сюда зайду. Для начала иду этим главным, теперь уже главным героем, скуплять армию, потому как без армии я как бы вообще никто. Мне нужен один фанатик сразу же сюда, да, в качестве оруженосца. На армию у меня сейчас уйдет почти вся голда. Да, даже не хватает еще кое-чего. Вот, 25 этих самых лукарей, это очень, на самом деле, жирный старт. Это очень хорошо. Более того, у меня есть искусство войны, у меня есть 76 палаточек. Это просто мега-бомба. Осталось по наследству от старого героя, который недавно почил смертью храбрых. Так, книжку я тебе купил, пусть будет у тебя книжечка. Все-таки ты не дамаг. Не дамагу. Так, ну раз такое делать, тебе точно надо строить лукарей каких-то.
Ну и не у Кореи, вообще всякую армию надо строить. Дерево. Дерево, да, ну, наверное, может быть и дерево имеет смысл построить в перспективе. Так, фанатики. Всего по два, да? Тоже хорошо на самом деле. Крестоносцы, кристаллы. Кристаллов много пока. Грифоны, руда. Арбалетчики. Так, построю здесь плюс к чемпионам. Дерево у меня пока имеется. Соответственно, сам Бог велел его сейчас тратить. Ангелов я ставлю здесь. Как бы пока не особо получается что-то с ними сделать, к сожалению. А, но этих уже гавриков не хватает. Класс. В общем, класс. Так. Окей, сейчас самое время построить, собственно говоря, вот эту вот построечку, хранилище ресурсов. Оно очень хорошо должно пригодиться. Зайти. Ага. Сюда идти могу только зачем. Надо что таких вот чуваков пособирать. Здесь не улучшенные мечники, у меня есть один слот. Здесь тоже не улучшенные мечники, у меня тоже есть один слот. Хорошо, пойдем в этом направлении. Будем тариться армией всем, чем можно, потому как... Потому как что мне еще остается, в конце концов, этим героям делать? Вариантов немного. Так, ладно, ты иди сиди на респе здесь в городе. На всякий пожарный случай, как говорится. Этим я героем зайду сюда. Всякие плюшки пособираю. Ну вот, собственно, это был весь ход, судя по всему. Да, здесь улучшать пока некого. Да и не за что. Вроде так вот строишь, строишь, строишь голду, зарабатываешь, а денег все нет. Ну прям как в реальной жизни, я бы сказал бы. Работаешь, пытаешься чего-то достичь, и как бы примерно раз не всегда все хорошо выходит. Да. Ну то лирика. Пятый день, третья неделя, второй месяц. Воги, Дагод против Сета, с двумя компами Софткор. Удачи, пока.